Михоил Соломон Михайлович. Настоящая фамилия вовсе. Родился в 1899 году в городе Двинске, ныне Даугавпилс, Латвия. Происхождение мелкобуржуазное. Образование незаконченное высшее. Художественный руководитель Еврейского государственного театра. Был лауреат Сталинской премии. Народный артист СССР. Профессор. В ВКПБ и других партиях не состоял. Женат вторым браком. Жена Михаил Спотоцкая Анастасия Павловна, по непроверенным данным, из рода польских графов Потоцких. Связи с родственниками в Польше не поддерживает. По специальности биолог. По данным наружного наблюдения, поддерживал дружеские связи с врагами народа. Бабель, Мейерхольдом, Мендельштамом и Курбасом. Находясь в 1943 году в Соединенных Штатах Америки как представитель Еврейского антифашистского комитета, получил директиву от шпионско-диверсионной организации Joint об уничтожении руководящих кадров Союза Советских Социалистических Республик. Дело Михоэлса совершенно секретно. Министерство госбезопасности. Дело Михоэлса. Совершенно секрет. Он погиб так внезапно. Всем и всегда он был нужен. Своему театру, своему народу, народу. И, конечно же, нам, его семье. Часто вспоминается его улыбка, его глаза. Глаза. То печальные, то насмешливые, то безумные, безумные, как у короля Лира, то мудрые, как у Терри, его глаза. У Михоэлса было точное определение, каким рождается на свет человек. Либо богатым, говорил он, либо нищим. Часто он говорил мне: Асенька, Ась, понимаешь, человек рождается на свет либо богатым, либо нищим. Если человек рождается на свет нищим, то ему не помогут никакие сотни тысяч на счету, потому что он все равно чувствует себя нищим, живет нищим, нищим умрет. А вот бывает, рождается человек на свет богатый,
богатым, хотя за душой у него нет и ни гроша, но он дышит полной грудью, помогает в полную силу, щедро живет, потому что он богатый, Бог, потому что в душе у него есть Бог. Катенька, ты знаешь, я вспомнил. В детстве, когда я был еще учеником Хедера, меня всегда занимала молния мне. Да. Молния? Да. Мне казалось, что-то трещина, через которую, может быть, увижу его, Бога. Бога. И часто видел-то своего Бога. А, голое сердце мое, как сказал бы рептилия. Разве я говорю мой Бог или твой Бог? А в общем нашем Боге говорю. Вот ты, Асенька, ты биолог, и поэтому безбожница. Но тебе этого не понять. А вот мои предки, они были хасидами. Часами сидели они за Талмудами Торы. Как, впрочем, все жители нашего маленького городка. А вот представь себе, покосившиеся домики, вокруг грязь, нищета, болезни. А люди ничего, веселые, смеются, веселятся. Почему? Разгадка пришла, когда я сам засел за святые книги. Тогда я понял. Бог повелел, чтобы человек, несмотря ни на что, был весел и всегда воспевал свое веселье. Поэтому и стал комедиантом. У меня же два лица. Одно смеяться, а другое плачет. А ты помнишь слова, которые Шула Малыхин поставил эпиграфом к своим произведениям? А? Ну, смеяться здорово. Врачи советуют смеяться. И потом добавил. Но горе тому человеку, которому врач предписывает смех. Точно. Минуточка. Минуточка. Лыхаем. Только по капельке. Лыхаем. Ну, и время много не пьет. Лыхаем. И дай Бог, чтобы евреи оставались евреями. Потому что евреи, это, знаете ли, не так просто. Рэп Альтер! Рэп Альтер! Нет, вы смотрите! Дорогой Рэп Шолом Алейхем! Вы посмотрите, как любят вашего доброго книгоношу Рэба Альтера. Когда-то вашим Рэбом Альтером начался наш славный еврейский театр. И Шлемка вовсе, так молоденький, худенький, ну, красавчик, ну, писанный красавчик. После этой роли стал Соломоном Михоэлсом. За вас, Лыхаем, дай Бог вам здоровья и долголетия. Но если Бог вас призвал к себе, то простите, извините, царствие вам небесное. Лыхаем. Фу. Еврей водку не пьет. О! Еврей пьет вино. И сколько бы он ни выпил, он всегда трезвый. Твердо стоит на ногах. Ходит ровно. Как по струнке. И всегда в трезвой памяти. Потому что он еврей. В актерстве и в режиссуре Михоэлс был
гением-самоучкой. Никто никогда ничему не учил его. Он всегда сам всему учился. Он часто говорил: научить нельзя, научиться можно. Это его слова. Он пришел в студию, когда ему было почти 30 лет, учился в университете на юридическом факультете. И вдруг вместо удачной адвокатской карьеры стал сперва студийцем, а потом актером только что открывавшегося еврейского театра. Зарплату ему в первое время платили мебелью. Эти его рококо, как он сам их называл, я застала, когда перешла к нему жить. Кто учил его играть? Кто учил его этому жесту короля Лира? Жесту короля, ищущего отцу поющую корону? Кто учил его жесту Тевья? Жесту, поглаживающую бороду Тевья, как будто борода есть продолжение мысли. Жест был для него каким-то раскрытием самого себя. И можно только рассмеяться, если кто-то заподозрит его в том, что свои те жесты он ловил на улице. Миха! Или я не права, Миха? А мы его шимели с рокера, ты что, забыла? Портняшку, который выиграл 200 тысяч. Как он шил, ох, как он шил. Его-то я нашел как раз на улице, да. Минуточку. Гуляй как-то раз по Арбату. Ага. И вижу вывеску. Мужской портной Моисей Натанович Недерма. В Москве работает 4 месяца в году. Остальное время в Париже. Зашел. Молодой человек! Да. Я вам шить не буду. Вы не умеете носить одежду. Нет, я вам шить не буду. Моисей Натанович, я же вам заплачу. Не в этом дело, молодой человек. Я работаю так, чтобы мои вещи узнавали на улице. А вы замнете бруки, не будете хутюжить. Что? Вся моя работа? Нет, я вам шить не буду. Нет. Моисей Натанович. Нет. Моисей Натанович. Нет. Возьмите меня хотя бы в портняшки. Вы хотите научиться шить? Ой, очень хочу. Дело хорошее. Да. Только знаете, не думайте, что это так просто. Знаете, вот легче научиться играть на скрипочке, как Буся Гольштейн, чем пошить хороший костюм. Это дело. Минуточку. Да. Моисей Натанович, я же портняшка. Нет, дай минуточку. Натанович, что же вы меня мерите? О! Ого! Нет, вы меня не мерите, я в портняшке, вы меня мерите. Я вижу, вы бедный еврей. Да? Да. Жена, киндала. Ой, 5 штук. Нужны гель. Ужасно, да. Ну что ж, давайте попробуем. Как сказано в Святом Писании, всякое деяние из блага. И что, он научил тебя шить? Ой, ты знаешь, после премьеры режиссер мне сказал: Шляма, признайтесь, вы такие, да, в детстве учились портняжному ремеслу. Ой, ну если серьезно, моя работа это скорее размышление, чем наблюдение. Когда меня спрашивают, а что вы делаете свои роли? Отвечаю, я делаю их из Михоэлса, из своих страстей, болей, надежд. О, кстати, когда Грановский дал мне роль Кузьмаха, он только сказал: ты знаешь, у него такая походка легкая. Грановский не любил долго объяснять, нет. Легкая походка.
И вдруг я понял, что Гоцмах вездесущ. Гоцмах, 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 еврейский Фигаро. Да. Нет, нет, он, знаешь, он скорее как сквозняк. А ты знаешь, что такое сквозняк? Нет. Милая. О, сквозняк — это ветер, которому всегда некогда. Танцевал. Танцевал, Михаил. Самозабвенно. Знаменитая Анна Павлова, обучавшая его у станка, считала его своим лучшим учеником. В Берлине, на гастролях в Берлине, Михайлов вошел в такой экстаз в танце, что порвал себе связки на ноге. Все, хотели дать занавес, отменить спектакль. Михайлов не разрешил. Единственная просьба – подводить к выходам. Его подводили, и он выходил, и он пел, плясал, танцевал. Скажите, чудо! Отнюдь. Магия рампы, ее волшебный магнит, ее волшебная сила. Когда я выхожу на сцену, говорил Михайлов, я забываю обо всем, для чего живу, для чего работаю. Я не помню ни тебя, ни детей. Ровным счетом ничего, я на сцене. Театр поглощал его целиком. Даже дома он своими мыслями своими, он был там. Работал он непрерывно, за исключением нескольких часов сна. И вот только обыватели думают, что актеры поздно встают. У нас день начинался под благовест телефонных звонков. Да, это я, Михаил. Милочка, я не мог вам вчера дозвониться. Да, 12 ампул пенициллина. Поезжайте в институт кардиологии, спросите директора института. Лина Самойловна Штерн. С ней договорено. Не надо меня благодарить. Поезжайте немедленно. Ни телефон, ни двери, ни время для дня или суток не были препятствием для тех, кому нужен был Соломон Михайлович. Голубушка, здравствуйте. Это я, Михаилс. Вы всегда говорили, что любите меня. Сейчас вы можете доказать свою любовь. А, догадались. Да, он лежит в Боткинской. Рак. Возможны метастазы. Голубушка, ну я ведь не совсем идиот, я понимаю. И все-таки прошу вас. Договорились? Спасибо. Мы обязательно дадим концерт в вашем клубе, да. Люди осаждали его просьбами и дома, и по дороге в театр, в самом театре. Лауреат, депутат, известный человек, для него, мол, все двери открыты. Он как-то усмехнулся и сказал, я обвешан судьбами. Я не выдержал и спросил его. Миха, ну как ты все это можешь вынести? А кто же их еще выслушает, если не я? Ты знаешь, вот люди рождаются младшим или старшим? Мы оба с тобой старше. Почета в этом маловато. А вот силы нужны немеренные. Ты знаешь, иногда мне кажется, что я в ответе за весь наш народ. Не говоря уже о театре. Здравствуйте, это я, Михаил. Нет. Просто подаю голос. Просто подаю голос. Такие звонки означали
кого-то беда. Арестовали, посадили, расстреляли. Этими словами был тогда наполнен воздух. Боже, как мы умудрялись дышать. Исчезли Бабель, Мандельштам, Михаил Кольцов. Кто? Кто следующий? Каждую ночь он ждал, что придут и за ним. Но все равно не мог оставаться в стороне. И говорил: Асенька, Ась, ты мне номер такого-то, мне кажется, нужно подать голос. Ни я, ни он не знали тогда, что каждый из таких звонков пополняет уже тогда заведенное на Лубянке дело Михоэлса. Об этом позже. Позже. Никак мемуарчики пишешь? Клочки воспоминаний. Просто хочу восстановить живую атмосферу на планете Михоэлс. Замахнулась, однако, планета. Сказала бы уж проще, астероид. Почему? Претензий меньше. И окончание нравится. Вот послушай. Астероид. О-ид. Ясно. Пиши. Родился в Двинске, умер в Минске. Вот и вся биография. И рифмочка удалая, не правда ли? Миха, ну откуда у тебя, у сына Хасида такая дурацкая привычка свистеть? Ну, напугала. Душа свистит, Аска. Понимаешь? Понимаю. Ты знаешь, меня все время волнует вопрос. А что я ставлю в наследство тебе и детям? Вот эту вот комнату? Нет. А, книги. Орден Ленина бархатный. Не надо, не надо. И все-таки я знаю, что оставлю вам. Ну и что же? Свой юмор и обаянь. Ведь я такой хорошенький, что на меня без слез смотреть невозможно. Юмор и обаяние, юмор. В первые дни нашего знакомства, это было в Ленинграде, Михоэлс предложил мне прощально пообедать. Моя командировка заканчивалась, а Михоэлсу надо было ехать дальше с театром на гастроли. Когда я пришла в назначенный час, Михоэлса еще не было. Подождала 5 минут, 10, собралась было уже уходить, как вдруг он является запыхавшийся, но гладко выбритый, пахнущий парикмахерской, говорит: извините, дорогая моя, но для моей красоты всегда нужны лишние полчаса. Всегда остро чувствовал свою некрасивость, переживая свою внешность как огромную беду. Один из его будущих друзей, увидев его впервые, писал: некрасный, худощавый, на редкость некрасивый, потрясающе нижней губой, с приплюснутым носом, с уже вредилищами на высокую путь волосами и торчащими на висках и храни, эркое обаяние в этом уроде. Уроде! Уроде! Как бывало,
сильно за него. В трамвае или в автобусе, когда случайные пассажиры начинали подсмеиваться и подмигиваться, видя его. А Михаил все это чувствовал. Чувствовал, держал каждой клеткой своего нутра. Да, казалось бы, поубивало бы их за эти дурацкие насмешки. Можно представить себе, что пережил Михоэлс, когда один из его самых расположенных к нему актеров Вележев, учителей Вележев, сказал ему: ну все у вас есть, но с таким ростом, с такой внешностью и на сцену, кого вы будете играть? Кого? Ответил Михаил. Да хотя бы короля, Пипина Короткого. Одна из его самых любимых актрис, Полина Раневская, как-то сказала ему: Самуил Михайлович, у вас есть Бог? Бог. Михаил, не задумываясь, усмехнувшись, ответил: Полиночка, дорогая, если во мне есть Бог, то только потому, что он находится в ссылке. В ссылке. Да, тогда был Ленинград. Ленинград, волшебные, голубоватые белые ночи и новый знакомый, так неожиданно ворвавшийся в мою жизнь. Как он был не похож на всех этих пижонов, которые вокруг меня крутились тогда. Свел нас его величество случай. Я сидела в ресторане гостиницы «Европейская», а Михайлос зашел случайно пообедать после спектакля и случайно сел за мой столик. Случайно? Вот святая простота. Ее глаза, зеленые, глубокие, притянули меня сразу, как только я вошел в зал. Каким-то колдовским магнитом. Михайлос. Конечно, я знала это имя, хотя не была театралкой. Сперва я была удивлена, ну как актер может иметь такую внешность? Но через несколько минут мой новый знакомый сыпал шутками, анекдотами. Я уже неприлично громко хохотала и уже не видела ни разлохматившихся кудрей, ни приплюснутого носа, ни отвисшей губы. Только лоб, высокий сократовский лоб мудреца, да глаза теплые, ласковые. Потоцкой? Уж не графья ли Потоцкие ваши предки? Если не настучите НКВД, то да. Буду нем, как рыба, ваша светлость. Честная королевская? Гад буду. Книгу о том, как должен вести себя на сцене актер в роли Анри.
В этом месте, говорю вам, надо выйти и с презрением посмотреть на партнера. В таком-то повернуться к нему спиной. В таком-то воздеть руки торжественно к нему. Ну, мог ли я себе такое позволить? Я решил исходить из своих возможностей. И для меня главное – это связь между лицом и руками актера. Ведь только лицо и руки актера обнажены. Все остальное скрыто. Смейтесь надо мной. Я старый дурень 80 с лишним лет. Боюсь, я не совсем в своем уме. Признаться, я начинаю что-то понимать. Своей одежды я не узнаю. Где ночевал сегодня? Я не помню. Пожалуйста, не смейтесь надо мной. Поспорить с вами я готов, что это дитя мое, Корделия. Да я. Что это? Слезы на твоих щеках. Да я. Потрогаю. Да это слезы. Не плачь. Дай яду мне. Я отравлюсь. Нет, нет. Не будь со мной строга. Прости. Забудь. Я стар. И безрассудя! Птица ушла одна. Видишь, я не понимала ни одного слова, но это рука. Рука, ищущая утраченную корону. После репетиции мы вышли вместе, бродили по Невскому, набережной Невы. Если такой счастливый, вы Лир и Ленинград в один день. Это были самые прекрасные часы моей жизни. Михайлов был полон Шекспира. Вы знаете, на театре я играл в основном комедийные роли. Да, высокой трагедии я боялся. Еще в молодости, когда я был студентом, я с треском провалил роль Уриэля Акоста. Да. Как я не старался придать величие своему герою. Вздымал руки к небу, говорил белым голосом. И что же, все это вызывало только смех зрительного зала. Один журналист даже написал. Михоэлс замечательный актер. Но ему нельзя играть Уриэля. Почему? У него для этого нет ни голоса, ни внешности, ни фигуры. И все же взялись за короля Лира. Пошел к нему через горе, через свою большую беду. 2 года тому назад, очень короткий период времени, я потерял 2 самых любимых женщин.
Сара, мать моих девочек, умерла от болезни почек. Еще в детстве, катаясь на коньках, она поскользнулась, ударилась. Травма оказалась роковой. Ей было всего 32 года. За первым ударом судьбы сразу последовал и второй. В театре была женщина, актриса, которую Михайлов безумно любил. Его вдохновительница, его муза. В том же году, через несколько месяцев после смерти жены Соломона Михайловича, умерла и она неожиданно после спектакля на руках у потрясенного, рыдающего Михайловца. Это была божья кара за Сару, за обман, за измену семье. Библейский Иов я видел перед собой только строгие очи Всевышнего. Свои прежние роли я уже не мог играть. Смех зрительного зала кровавил мне сердце. Лю, почему вы так беззаботно смеетесь? Зачем собака, лошадь, мышь живут, а ты не дышишь? Ушла от нас навек, навек. Кто это сказал? Да, Лир, оплакивая мертвую Корделию. Всем сердцем я чувствовал горечь потерь великого старика. Нет, нет, уйду из театра. Лучше страховым агентом, сборщиком утиля. Но друзья мне говорили, возьмись за Лира. Опять этот Лир, как рок, как наваждение. Но были и другие голоса. Посмотрите, мол, на себя в зеркало. Какой вы король! Играйте уж лучше ваших еврейчиков и не опошляйте Шекспира. Ну, как же? Ну, как же вы все-таки решились? Я упрямый, понимаете? Вот хочу быть королем и буду. Ой, вы сегодня видели сценку? Ну, да, конечно. Ну и как? Ну, и... Ой, ну, вы знаете, ой, неужели провал? Слушайте, давайте проверим. Как? А есть очень надежный способ. Да. А вон, посмотрите, вон, видите, вот на углу Литейного, да, стоит автомобиль, да? Вы подойдите и посчитайте цифры на номере. Если не чет, все. Провал, финита ля комедия. Да? Идите, посмотрите. Не-не-не, вы посмотрите. О. Ура! 94! Номер не соврал. Спектакль имел мировую славу. Знаменитый английский режиссер Гордон Крэг, побывав на этом спектакле, написал: «Теперь я знаю, почему нет в Англии настоящего Шекспира на театре. Потому что там нет такого актера, как Михоэл. А вы, оказывается, суеверный, ваше величество, ну, номер, ну. Графинюшка, ну, как все актеры, Ну, верю письмам, верю снам, да. Цифрами, особенно боюсь числа 13. Да. Ну, ваше величество, с недостатками надо бороться, это же пережитки прошлого, надо бороться. А я и борюсь, ну, да. Как? Я выбрал себе постоянное место в театре, вот, к
Кресло номер 13. И судьба отомстила. Убили его именно 13 числа. А вот в цифры буду верить все равно. Вот хоть убейте. Да. Еще раз? Да. Проверим еще? Вот вон там, видите? Грузовая? Да. Вот если сумма цифр четная, станете моей женой. А если нет? Все равно станет. Сумма чисел была 122. Вы понимаете, я, конечно, старше вас на 17 лет, да. Неписанный красавчик. Ой, да. Но, ну, знаете, но... Что но? Был такой известный еврейский философ. Мозес Мендельсон. Он был так уродливый и горбат, что даже я по сравнению с ним, ну, был бы Аполлон. Ну, конечно, да. И вот этот Квазимодо, вот такой, приходит к самой красивой девушке Берлина и предлагает ей стать его женой. Ну, девица, конечно, в панике, это понятно. Девица страшно расстроена, но мудрый Мендельсон ей сказал. Вы, конечно, знаете, что прежде чем появиться на земле, души людей предстают перед Господом Богом. Вот и моя душа предстала перед Всевышним. И он сказал, ты будешь самым прекрасным человеком на земле. Ну вот жена твоя будет уродлива, горбата, но потрясающе умна. Тогда я взмолился. Господи, беру на себя уродство, оставь мне только ум. А вот жена моя пусть будет самой прекрасной женщиной на земле. Теперь вам понятно, кому вы обязаны своей красотой, графинюшка? А? Вам. Вашему покорному слуге. Не верю. Последняя ленинградская ночь пронеслась как одно мгновение. Были стихи, шампанское, прекрасные головокружительные слова. На следующий день я уехала в Москву, а через несколько дней я получила от него письмо. Вот так вот письмо, а поэму в прозе. Астка. Асенька. Астка. Асенька. Начинается на А, и так и является для меня моей жизнью. Моего дня и ночи началом начал, сердцем моим. Это ночь, моя ночь, с прерывистым сном, тревожным сном. И сон, и явь, это ты, Астка. Губы твои ласковы, нежны и часто жестоки в поцелуе и слове. И тело твое мудро, как твой свежий, высокий и ясный ум. И вся ты то, чем живу, чего хочу, и что никому никогда не отдам. И ничего нежнее и жесточе я не знал в своей жизни, чем любовь моя к тебе, Астке, жене моей. Thank you.
через несколько месяцев, после возвращения театра с гастролей, графиня Анастасия Потоцкая стала женой короля еврейской сцены Соломона Михоэлса. Помню точно, через месяц или полтора после гибели Михоэлса раздался резкий звонок в дверь. Для своих был условный, два коротких, один длинный, а этот был обычный. Подошла к двери, а в голове мысли, что будет с детьми. За дверью стоял пожилой человек в форме милиционера. Не переступая через порог, поставил на пол чемодан, дал расписаться в какой-то книге, отдал честь и ушел. Я подозвала Аталу и Нину, дочерей Соломона Михайловича, мы перетащили чемодан на кресло, открыли. Открыли. Сверху лежал лист бумаги, на котором было написано список вещей, найденных у убитого Михоэлса. Воротники шубы Соломона Михайловича, сгустки запекшейся крови,
Шарф тоже в крови. Сломанная трость, часы. Они остановились в 8:40 утра. На самом дне лежал парадный костюм. Да, парадный. Он же уезжал в Минск как представитель комитета по сталинским премиям. Он был мрачный. Не хотел уезжать. Неужели что-то предчувствовал? Ему так не хотелось ехать. Тебе не хочется ехать? Хочется, не хочется, надо. Две пьесы выдвинули на премию, их ведь посмотреть. Их ведь посмотреть нужно. Костюм я тебе отгладила, ты его не помни в дороге. Орден прикрутить? Оставь дома. Целее будет. Асенька, Аска, ты смеяться будешь, но мне уже 2 дня кряду снится какой-то странный сон. Вроде набросились собаки и рвут меня на части. Собаки? Да. Да ведь ты их так любишь, собаки. Да, еще с детства. И все-таки... Чему сон-то? Ой, ведь ты умеешь их разгадывать. Ой, забудь, нехороший. Михаил, забудь. Скажи, куда сон, куда ночь, туда и сон. Забудь, Миша. А, да, конечно. Куда ночь, туда и сон. Да. Куда ночь, туда и сон. Перед самым отъездом зашел к нескольким друзьям и знакомым попрощаться. Сколько раз уезжал на гастроли, никогда не прощался, а тут прошел по каждой гримерной в театре, пожал руку каждому актеру. Неужели предчувствовал что-то? И как самое невероятное, перед самым отъездом на белорусский вокзал вернулся домой. Миха, я же тебя отправила и деньги, билеты в театр. Неужели случилось что-нибудь? Асенька, мы же забыли с тобой попрощаться. Ну, увидимся скоро. А, ну да, да. Ну, я хотел, чтобы ты записала мой маленький рассказ о скрипке. Пиши, пожалуйста. Сейчас? Ну да, а когда же еще? Иногда на душе накопится столько, что словом не выскажешь. Тогда появляется песня. Но если и голос певца не в состоянии выразить всего, тогда человек обращается к ней, к скрипке. Вижу человека. Он всегда молчит, а если и может говорить, то только петь скрипкой. Однажды его пригласили на свадьбу, и скрипка была настроена, и песня готова. Но придя туда, он увидел невестой другого человека, ту женщину, которую любил сам. И скрипка была разбита. Записала? Дальше-то что? А все? Извини, ну как-то непонятно. Смысл-то в чем? Надоело играть на чужих свадьбах. Хочется играть на своей, в своем доме. На своем празднике. А, вокзал. Скоро. Очень скоро. У евреев всего мира будет большой праздник.
после наших слез и горя скрипка будет играть в своем доме. Вот увидишь, в своем. Ушел навсегда. В своем доме. Только много позже я поняла, что он имел в виду. Истекал британский мандат на Палестину. Генеральная ассамблея приняла решение о создании еврейского государства. Его еще не было на картах, но на московских кухнях только и разговоров было, что об этом. Только шепотом. А вот Михоэлс, был творческий вечер еврейского театра в Политехническом музее. Михоэлс выступал в самом конце со своим вечным партнером Зоськиным. Как сейчас помню, выходят на сцену два заскорузлых человечка, жители деревни Тунеядовки, из спектакля «Путешествие Вениамина Третьего», которые решились отправиться на поиски земли обетованной. Всю свою жизнь, вплоть до того дня, когда я задумал свое великое путешествие, я провел в Тунеядове. Здесь родился, здесь воспитывался, здесь и сочетался в добрый час с женой своей благочестивой Зельдой. Да пошлет и Господь долгий год. Здесь у меня, призрачки, все необходимое для дальней дороги. Талис, тфилин, молитвенник. А в кармане целых 15 грошей, которые я утащил. Почему утащил? Взял взаймы из-под подушки у жены своей благочестивой Зельды. Да пошлю ты, Господь, долгие годы. Сандрова. Ну, Вениамин, чего? Пошли. Вперед с правой ноги с Богом. А скажи мне, Сендерова, друг мой, ну? А знаешь ли ты, что находится по ту сторону Тунеядовки, а? По ту сторону Тунеядовки? Да. Вениамин, конечно, знаю. Там находится корчма, в которой можно иной раз пропустить лишнюю рюмку водки. Глупый ты, Сендер. Глупый ты. А дальше? Гораздо дальше. А? Дальше корчмы? Да. А, не, Вениамин, дальше корчмы я ничего не знаю. А ты знаешь? Ой, спасибо. Вопрос, знаю ли я? Конечно, там только и начинается мир. Ой, Вениамин, мир. Вениамин, а что ж там такое находится? А,
Там земля обетованная. Там находится Израиль. С корчмой. Да. А хотелось бы тебе там побывать, а? Мне? Да. Ой. Там. Ой. А? Вениамин. Да. Я не знаю. Да. Ой, Вениамин. Ой, я не знаю. Вениамин. Дальше корчмой я никогда же не был. Вениамин, а ты хочешь там побывать, а? Вопрос. Идем со мной, и скоро мы будем там, в земле обетованной. Друзья, друзья мои, мой герой, фантазер, мечтатель, Вениамин III, отправившись на поиски земли обетованной, спрашивал прохожих, где она, где эта земля, где дорога на Эрец-Исраэль. Сегодня каждый еврей знает, Палестина, вот наша земля, Палестина. Боже, Боже, что там началось? Шквал рукоплесканий. Люди повскакивали со своих мест. Что-то кричали, кто-то запел. Они стали обнимать друг друга, целовать. Боже, Боже, ты стоишь бледный, как стена. Не ожидал такой реакции. Как же ты мог? Как же ты мог? Ты же Соломон, мудрый, мудрый. Как же ты мог? Потому, наверное, мог, что мудрый. Астка, девочка моя, только тебе могу сказать, сейчас плохо, а будет еще хуже. Я многое знаю, а еще больше предвижу. Погоди, Миха, погоди, погоди. Существует твой театр, выпускаются книги на еврейском языке. Стихи, романы, Миха! Для кого? Для кого? Евреев, евреи забыли свой язык. Их заставили его забыть. Закрыли школы, газеты. Ко мне в театр приходят одни и те же старики. И с каждым годом их все меньше и меньше. А молодые... Они стыдятся быть евреями. Если посмотреть на тебя, никто евреев не притесняет. Ты лауреат, а орденоносец, депутат. Остановись! Остановись! Ты говоришь, как он? Кто? Антисемитизма нет и не может быть в нашей советской стране. Антисемитизм является тягчайшим государственным преступлением. Возьмите, например, наших советских же... Возьмите, например, наших советских евреев. Благодаря моей мудрой марксистско-ленинской и немножко сталинской политики. Они имеют широкие возможности для полной самоликвидации. Возьмите, например, нашего уважаемого Генацвальда, нашего дорогого Ребе, Соломона Михайловича Михаэлса. Хватит! Он сделал из меня ширму, за которой творятся подлости подле моего народа. Антисемитизма нет и не может быть.
Это все происки сионистов! Абрамчиков и Сарочек не берут в институты! Так пойдите же на Малую Бронную и купите билет! И товарищ Михоэлс на чистом еврейском языке докажет любому и каждому, что антисемитизма нет и не может быть в нашей советской стране. Вот! Вот для чего он насыпал меня своими наградами, почестями, званиями. Нет, нет. Ни меда мне твоего, ни укуса. Ширма рухнула там, в политехе. Не мог я больше играть эту постыднейшую и самую трагическую роль из всех моих ролей. Тебе это аукнется, Миха. Знаю. Постой. Миха, постой. Сколько дней прошло с того вечера в политехе? Дней 10, да? Да. Не за этим ли тебя послали в Минск? Да. Следили всюду. В театре, в комитете. А сколько записок я получил с угрозой убить меня. Я их просто не хотел тебе показывать. То, что произошло тогда в Минске, до сих пор покрыто мраком. Хотя многое проясняется. Ты помнишь свой последний день? Да. Утром смотрели спектакль, выдвинутый на премию Константин Заслонов. Пошли в ресторан, пообедали. Вернулся в гостиницу, покемарил часок. На вечер была назначена встреча с актерами минских театров. И вдруг... Соломон Михайлович, здравствуйте, Соломон Михайлович. У моей дочери сегодня свадьба. Соломон Михайлович, дорогой, умоляю, вы осчастливите всю нашу родню. Будете нашим почетным гостем, Соломон Михайлович. Заеду за вами, куда и когда прикажете. Соломон Михайлович, куда и когда прикажете. Заеду за вами, куда и когда прикажет. Подлая провокация. Комитет по делам искусств и совете министров СССР с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине в автомобильной катастрофе художественного руководителя Московского государственного еврейского театра, лауреата Сталинской премии, народного артиста СССР, профессора Соломона Михайловича Михоэлса и выражает соболезнования коллективу театра и семье покойного. Минуты двери нашего дома не закрывались ни днем, ни ночью. Знакомые, незнакомые лица, актеры. Помню,
Помню девушку. Девушку высокого роста. Юля, Юля. Она оказалась племянницей Кагановича. Главный еврей Советского Союза передавал нам свои соболезнования и просил не интересоваться подробностями гибели Михоэлса. Ему, конечно, все было известно, все. Да и мы тоже понимали, что это было самое настоящее убийство. Много позже я прочла воспоминания Светланы Аллилуевой, дочери Сталина. Вот что она пишет. В одной из тогда уже редких встреч с отцом у него на даче я вошла в его кабинет, когда он разговаривал с кем-то по телефону. Ему что-то докладывали, а он внимательно слушал. А потом, как резюме, он сказал: «Автомобильная катастрофа». Я отлично помню эту интонацию. Это было не вопрос, это было утверждение, ответ. Он предлагал это. Автомобильную катастрофу. Окончив разговор, он поздоровался со мной, а через несколько минут сказал: «В автомобильной катастрофе погиб Михоэлс». Января 15 гроб с телом привезли на Белорусский вокзал. Десятки тысяч людей собрались на площади вокзала. Ничто не нарушает странной тишины. Гроб перевезли к зданию театра. Мороз. Начинается гражданская панихида. Старый еврей, забравшись на крышу соседнего дома, играл на скрипке. Колнидра. Скрипач на крыше. Боже, Марк Шагал с ума бы сошел от восторга. Совершенно секретно. Экземпляр единственный, рукописный. Товарищу Берия Лаврентию Павловичу. По вашему требованию докладываем о проведении операции по ликвидации лидера нееврейских националистов Михоэлса. 6-7 января 1948 года я, как заместитель министра госбезопасности СССР, с группой товарищей Шубников, Лебедев, Круглов выехал на машине в Минск. Было решено Михоэлса через агентуру пригласить в ночное время в гости и каким-нибудь знакомым.
Здравствуйте, Соломон Михайлович. У моей дочери сегодня свадьба. Привезти его на территорию загородной дачи министра госбезопасности Белорусской ССР товарища Цена в Лавренде и там ликвидировать. После чего вывести на малолюдную улицу города и произвести наезд грузовым автомобилем. Операция произведена успешно. Указ Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение специального правительственного задания наградить орденом Красного Знамени генерал-лейтенанта Цанава Лаврентия Фомича, орденом Отечественной войны первой степени старшего лейтенанта Круглова, полковника Лебедева, полковника Шубникова. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Шверник, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин. Москва, Кремль, публикации не подлежит. Пламенный советский патриот, он был крупным общественным деятелем, верный сын Родины, председатель Еврейского антифашистского комитета, член комитета по делам искусств, член комитета по сталинским премиям, член президиума Всероссийского театрального общества. Хватит! Хватит! Забыла, как выкручивала мне руки в своем цыковском кабинете. Вы не местечковый театр, вы советский театр. Хватит. Скажи лучше, как прошла премьера спектакля «Робини»? Премьеры не было, Миха. Как не было? Зускин подвел меня, да? Нет, Зускина. Расстрелял! Арестовали! За что? В чем его вина? В чем твоя? Постой. Постой, а на ком же театр? Нет театра, Миха. Как нет? Закрыли театр. Как? А что же Еврейский антифашистский комитет? Не мог разве Маркиш? Расстрелян, Маркиш! Бергельсон. Квитко. Фефер. Шемилович. Все, Миха, все, в одну ночь. Твоя смерть развязала руки убийцам. Твоя смерть. Не верю, что тебя нет. Иногда ночью слышу твои шаги за дверью. Мне кажется, ты хочешь зайти, но... Я не плачу. Нет, Миха, я не плачу. Я помню, ты сказал как-то, если меня не станет, и вдруг вспомнишь, что был такой-то, то... Выпей рюмку водки, только без слез. А еще ты сказал, надо жить над ней, над смертью. Tell
Tell me the Hanukkah dish.